Привет. Здорово. Помогли? Тосинг – это журнал «Сельское хозяйство» и «Печать». Нет, «Гудок» и «Сельская жизнь». Юрочка, подвинься, пожалуйста. Юрочка, подвинься. Так ему говорили еще во времена гоп-топа, но он никуда не подвинулся. Для вас здесь есть медиагид фестиваля. Есть журнал «Бум» наш черниговский, в котором много полезной информации. Газета. Журнал. Газета. Да. Газета. Газета «Джаз». И вот самое интересное. Пейдж. Именной? СМИ. Почетный. А это? Это магнитик сувенирный. Ручки нашего фестиваля. Еще торба фестиваля. Очень стильная, очень вам понравится. Не пользуйся полиэтиленовыми пакетами в магазине больше никогда. Главный момент, то, что вот второй фестиваль, он состоялся. Пытались, ну вот в этом году сделать фестиваль еще мощнее, чем удачный фестиваль в прошлом году. Большим достижением сейчас, я уже могу сказать, это отклик и журналистов всеукраинских изданий, и, конечно же, гостей. Где проводится фестиваль, там находятся зрители, которые посещают фестивали и с удовольствием все слушают. В чистом виде джазовой музыки сегодня, ну, очевидно, не будет. Она будет вот сегодня все три проекта, я насколько поняла, это не мейнстрим, то есть это не основное течение джаза. Вообще-то мы играем свадебную еврейскую музыку, клезмер. Добрый вечер, Чернигов! Мы приветствуем вас на втором международном джазовом фестивале Чернигов Джаз Open